Вот такая красотка расцветает в июне. Ты что? Это на первый год. Пахнет. Это молоденький куст. Да, пахнет. Такий нежный-нежный запах. Пахнет, и она такая красная малина. Эта роза размножилась черенком. А там 35-30 років ты. Ничего себе. Слышали, что говорят? 20 лет розе. И она размножилась. Это роза с черенка размножалась. Маленькие персики дозревают. Какие пушистики. Пушистые. Малинка будет. Так, пошлите смотреть на ее маму, откуда брался черенок. Мама тоже очень красивая. Вот мама. Вот еще одна дочь. Чудо, да? Какая красавица. Смотри, какие крупные. И ту захватил. Я же говорю. Это получается мама ее? Да. А вот эта дочка и та дотя. Да. Ой-ой-ой. Шикарные кусты на пол дома. Так красиво между окнами, мне нравится. Это чудо. Сейчас подойдем ближе к ней. Пошли. Заходим мы под куст розы. Такая красота невероятная. Она такими гроздями спадает. Чудо. Это чудо. Вот так ходишь тут, как под аркой. Арка цветов. Посмотрите, какая красота. Посмотрите на эти розочки. Какая красота. Чудо природы. Чудо, чудес. Посмотрите, какие кисти, какие ветки. Вы себе можете представить, какая она красивая? Она еще не полностью распустилась, и есть много бутонов. Это только начало. К 20 числу июня она будет полностью вся в распуске. И уже некоторые первые цветы начинают опадать. И у нас есть традиция. У меня папа, мой ребенок Алина могут меня обсыпать лепестками роз на мой день рождения. Есть у них такое. Вот. Это очень, конечно, приятно. Лепестками именно этой розы. Вот этой красавицы. Okay.
такими крученными лепесточками. Какая красивая. Пахнет. Классно. Бархатная и крученные лепестки у нее вот такие вот. От своей тяжести она уже не может себя держать. Это мамин розарий. Расцвели красно и розовые розы пока что. Очень красивые. Знаешь, у них разный аромат. И тут с этой. Маленькая. Скоро зацветут лилии. У меня есть фотография в лилиях. Помнишь? Желтенькие. Как вы тут сидели, трое. Да. Какие мощные. Смотри. Какие они высокие.